Всем привет, дорогие зрители! Пришел я в люкс-проект, который был сдан в 2018 году в районе Махмутлар. Так, называется она Каса Бьянка. Вот, дорогие зрители. Значит, у нас здесь детская мини-игровая площадка. Тут открытый бассейн. Там зона отдыха. Тут зона отдыха, зона барбекю. Вот. Расстояние от этого места до моря 280 метров максимум. Она находится между улицами Барбаросса и Ататюрка. Так. Здесь у нас санузел. Написано Unitex. Так. Покажу инфраструктуру. Здесь у нас лобби. Так. Там снаружи парковочные места. Поднимемся на второй этаж. Так. Тут у нас караоке-бар, фитнес. Вот. Как-то красиво. Надо прийти петь песни сюда, если пустят. Караоке-лаунж. Диско-диско, партизаны. Ага. Угу. Не видел таких проектов давно уже, чтобы караоке все работает. Фитнес работает. Айда тут 200 лир. 250 тысяч. Так. Фитнес. Тут у нас что? Тут у нас сауна. Вот. Все работает. Массажная комната. Джакузи. Еще не запустили. Тут санузлы. Тоже Unitex написано. Так. Так. Все, дорогие зрители. Поднимемся в квартиру. Вызовем лифт. Два лифта. Вот такой лифт. Вместимость 6 человек. Поднимаемся мы на 11 этаж проекта. Поднялись на 11 этаж. На этаже у нас так, 6 квартир. 3 с этой стороны и 3 с этой стороны. У нас такая прихожая. С левой стороны санузел. Входим в первую спальню. Продается квартира под ключ. Платяной шкаф стеклянный. Так, и здесь у нас застекленный балкон. Вид на горы. Балкон не маленький. Здесь кладовочка. Так, что для внешних блоков кондиционеров выход сделали очень удобно. Так, и... Угу. И здесь у нас вторая спальня. Две спальни на первом этаже этой квартиры. Вот такие вот потолки. Кондиционер фирмы Бека, инверторная. Также телевизор фирмы Бека. Сторона тут, значит, восточная и северная, северо-восток. Просторный, лесенький, 1,20 м ширина.
Вроде просторно проходится, не задеваем руки. Прихожая верхнего этажа. Вот. Второй санузел. Все с доводчиками. Проточный водонагреватель фирмы Veito Electronic. Так что, дорогие зрители, два санузла в этой квартире. И наверху у нас так просторное. Закрою холодильник, чтобы не шумел. Все. Совмещенная с кухней, просторная гостиная. Так, бытовая техника вся бэка. Гранитная столешница. Индукционная плита, вытяжка, духовка, также все бэка. Так. Покажем, насколько она просторная. Здесь как минимум 35-38 квадратных метров. Покажем с этой стороны. Вот мягкая мебель. Телевизор также бэка. И выйдем на террасу. Так вот, дорогие зрители. Вот такая красота. Это все люкс-проекты. Екта Тауэр, Скурца, Ферьера 21, Алара Парк. Там пока что я ролики не снимаю. Но обязательно сниму ролики. И в этих люксовых проектах. Так. Самое главное, цена этой квартиры. Скажем. Дорогие зрители, цена этой квартиры 125 500 евро. Если она вам понравилась, пишите, звоните по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Район Махмутлар. Айдат 250 лир. Все. С вами был мистер Агаси из солнечной Алании. Район, уже я сказал. Всем чао-чао.